Місце зустрічі – біля легендарного дубу Махна у Дібровському лісі. Нагороди захисникам України і волонтерам з рук Дмитра Яруша, що зараз є провідником національного руху «Дія». Почесний гість – міський голова Дніпропетровська Борис Філатов. Для усіх він тут не мер, а волонтер. Цей орден особливий, цей орден дійсно орден народний. И он имеет особое значение, поэтому я хотел бы выразить слова благодарности наградной комиссии, люди, которые этот орден запровадили. И сегодня очень важно, что награждение добровольцев происходит именно на Днепропетровщине. Почему? Потому что всем нам известно, наша область, наш областной центр, славный город на Днепре, это был один из центров создания добровольческого движения, один из центров волонтерского движения. Про кожного з тих, кому присудили нагороду, розповідали бойові побратими, друзі та кохані. Ці історії вражаючі, приклади мужності та любові до своєї землі. А самих народних героїв України переповнюють почуття після отримання нагороди. Саме страшне це було маленькі. Сиділи під обстрілами все время, без артилерії, без нічого. Було тяжело. Награда очень много чего значит. Я не знаю, я рад, я даже не могу сказать вам, знаете, вот у меня столько эмоций, значит, это память моему сыну. Потихонечку люди, единомышленники, понимали, что нужно понимать армию. Про меня долго никто ничего не знал, я где-то полгода шифровалась. Все думали, что я езжу за товаром, на самом деле я ездила на войну. Маму не хотела пугать. Мама из телевизора узнала. Ну, во-первых, я не считаю себя героем, если честно, ничего геройского я не совершила. Это, я не знаю, это боль, это радость. Не было бы у меня этой награды, если бы не фронт. Мы не за наградами, мы на фронт ехали, за нашими ребятами.